Почтить память военнослужащих спецназа у подножия памятника «Доблесть и слава» подразделений специального назначения России в сквере имени Марии Рубцовой собрались представители общественности и боевых братств, кадеты, офицеры и химкинские депутаты. Мы помним, чтим все те мужественные поступки, которые происходят благодаря их непосредственному участию. Ну и, конечно же, сегодня такой день, когда нужно вспомнить всех, и тех, кого с нами нет, и тех, кто сегодня на боевых рубежах защищает нашу родину. Память погибших почтили минуты молчания, а после прошла церемония возложения цветов. Сотни гвоздик легли у основания памятника, на котором выбиты десятки имен спецназовцев, погибших при исполнении военного долга. Отдали дань памяти всем тем героям, которые пали за нашу Россию, за нашу страну, а также выражаем огромный поклон и огромную благодарность всем тем воинам, которые сегодня защищают целостность нашего Отечества, защищают нашу страну от внешних врагов. День подразделений специального назначения вошел в список памятных дат России в 2006 году по указу президента страны. Датой торжества было выбрано 24 октября. Именно в этот день, в 1950 году, вышла директива военного министра Советского Союза о создании отдельных рот специального назначения, которые заложили основы современного спецназа. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, Новости Химки ТВ. От всех, кто служил.